Всем привет, всех витаю. Почалась весна, и у нас зацвели первые фундуки. Это у нас шедевр. Сережки начали уже размягчаться. Что-то рановато в этом году. Ну, посмотрим, насколько это цветение только-только. Светит ярко солнце, и поэтому я не вижу, фокусируется ли камера. Но, учитывая, что сегодня температура вот сейчас прям плюс 5, вчера было днем еще 3, было пасмурно, но выглянуло солнышко, и шедевр зацвел. Я проверял остальные сорта, ну, практически ничего не цветет, кроме еще одного сорта. Сортность пока не подтверждена, поэтому я называть его не буду и показывать его пока не буду. Он цвел в феврале достаточно часто и при температуре плюс 3. Ну, шедевр вот зацвел сейчас. Вот еще одна почечка, не знаю, видно ли, рыльца красноватая. Так что процесс пошел. Всем хорошего дня.